Вау. Какой на цену такой похожий, очень красиво. Яровский. Соли не получится. Что не получится? Я не татарка. У меня бабушка из Германии. Мама германка. Ну, там что-то у нее... Ну, короче, запутано все. Вот. Ну, короче, побольше сейчас блочки замазать. О, Алекс, привет. Ну, что за кожа наша деда моя? Так нет, ну, а я что сделаю? У меня бабушка такая была, блин. Веселая женщина. Она, короче, мою маму в Германии заделала, бросила там мужика, этого, сказала, ты мне нахуй не нужен, уехала в Россию, а нет, в Ригу они переехали, пожили там, потом приехали в Россию, и тут уже заработки, вот это вот все, короче, вот эта вот вся тема, я, получается... Крутанула немца, получается. Получается, да. Вот это я понимаю, влог по Германии. Покажи свои носки. Крокс. Да. Хай. Хай. Почему маска не заметила? Не насыпила. Не насыпала перемены. Я ушла. Вот так вот стоим. Так, не берет. Что, без тапок? Вот, тяпка. Давай. Орет жесть. Бля, я боюсь ЧД. Бля, я боюсь ЧД. Да, плохо выключу. Боже, я боюсь ЧД. Я сейчас открою. Он нахуй взлетит у меня весь дом. А не норм. Я понимаю этот музык. Срёмся там. Ребят, что срёмся, блядь? Уебалось, да. Чтоб любили друг друга и жили в добре и радости, понятно? Звонок. А, где тьмы? Тихо. Спокойно. Как думаете, пельмени все или нет? Как отличить готовые пельмени от неготовых? Смотрите. То есть они уже такие. Такого золотистого цвета, нежного. Но мне кажется, они еще не готовы. Что мы будем делать с вами в данной ситуации? Мы достаем тарелку. Мы достаем тарелку. У меня татарский акцент. Это здорово.
Дома любим, я вот волнуюсь. Вот ничего против не имею. Злой дядя. Секретик. Смотрите, мы берем одну пельмененку. Да. И разламываем. Записывайте, это платный курс. Ну, с чего это, ёпть? С чего мы разогнались-то, а? Так вот. Так, ребят, я думаю, всё. Мы не готовы, нормально дело. Накрываю очка. Чё? Пельмени? Пельмени, да, накрыли жёстко. Блин, я надеюсь, я потом не просрусь от того, что я их не дожарила. Ну, это проверим. Приятного аппетита, спасибо. Ну как тоже быстро все сели есть со мной. Блядь, пельмени убежали. Гнида. Так надо было воду изолить. Нахуя? Я решила, что я просто так хочу пельмени. Без всяких, не знаете, выебонов, типа. И прочее. Ну, пельмени, чё? Занимается кухонцем подпасов. Чего, друг-то, ёпить? Ёпить, чё такое? Чё такое? Так, вот сделаю, чтобы никто не видел, где я живу. А хуй его определите даже. Так, сейчас. Зима на улице, что ли? Да. Ну, ладно. Смотрите. Что, насмотрелись? Спалила. Ну, да. Ну, да. Кнайф. Да. Блин, я такая засвеченная. Ай, блядь. Ударилась. Блядь, надо соль. Я не могу без соли. Смотрите, я уже один день не сижу на антидепрессантах. Ну, потому что я забыла вчера выпить. Вот. Как думаете, стоит ли дальше проебывать так курс? Если у меня буквально недавно была мини-истерика такая. Ты что, антидепрессант? Да, я сегодня пьяный, завтра зайду, не люблю свой нетрезвый язык. Хорошо, заходи завтра. А ты что, с утра пораньше-то бухаешь? Что за прик? Мой 20% сметану там в руки. Угу. А чем хаваешь ты? У меня депрессия. Угу. Так 16:55 это еще этот. Не вечер даже. Друга жду с вами. А, ну понятно.
Привет, привет. Что вкусно? Вообще заебись. Самый лучший пельмень, что ела. Налейте мне воды кто-нибудь. Спасибо. Хуй от вас, мужиков, что дождешься, блядь, легче самой налить. Вот, я самостоятельно налила себе воды. Да, так мужиков не существует. Как ты? Мой муж, например. Активный брак не считается. Да, блядь. Ну почему? А по залету. Ты уже замужем? Давайте сегодня я буду замужем. Сегодня я замужем. У меня каждый день новое. Это. История жизни. Ну, по залету хз, там, смотря какой залет. 52 вступил. Ё-моё. Смотря какой залет. Ну, залет такой, ну, блин. Такой, блин. Такой, блин. Вот и я думаю, можно. Бля, 20% сметана — это лучшее, что человечество вообще сделало. Спасибо, еще рюмочку выпью, пойду. Давай. Спасибо, спасибо. Ни воды не принес. Приятного аппетита не пожелал. Не знаю. Мне кажется, мы скоро разведемся. Угу. Угу. Ну, главное, что ты признаешь это. Обязательно будешь меняться ради меня. Ну как это так? Ну вот и все. Ну вот и все. Вот мы поговорили. Первый последний раз, что такое было. Не люблю пьяный перед трезвым стик. А может, облёбанное сейчас. Ну, если я PS5 менять буду, ну ура. Базар. Будет.
Ой, блядь, как свинья нажралась. Ребята, я беременна. Еще вот 39, уже до 40. Затягиваю. Хочу. Ребят, смотрите. Да господи, что ты там пишешь на это? Блядь, какое дело? Да у меня нормально все. Смотрите. Как вам? Так вам. Мне так обидно, что я уже не успеваю на шоу «Беременна в 16». Но пиздит у него пресс. На программу «Беременна 16», чтобы потом мой инстаграм раскрутился, и я продавала рекламу за 200 тысяч. Можно? Я просто буду самая прикольная из беременных малолеток. Ну, блин, я уже не успеваю. Меня уже не возьмут туда. Туда только можно, если 18 нет. Но могу пойти наебать. Инстаграм, да. 100 грамм было бы славно. Господи, во мне живет скуф, потому что я вот наелась, и все. И мне хочется просто храпу дать. Понимаете? Ну, святое. Ну, реально. Ну, просто даже, вот, блядь, не знаю. У меня было столько планов на сегодня. Типа, там, погулять, там, собраться, накраситься красиво. Храпу давать полезно. Да. Витаминоз. У меня целый год витаминоз. И гулять на улице зима. У меня весна. У меня же еще астма. Без тачки это жесть. Ну да. Ну что, я пока права не получила. Прав нету? Нет, прав пока что нет. Витамин А надо кушать. Витамин А это что? Амфетамин? А витамин А это антидепрессанты. Витамин А это... А что планируешь на права или как?